Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех вас в нашем уютном зале. Мы рады приветствовать вас в уже новом 2024 году. И как же здорово, что мы видим все те же лица. Это значит, что все пережили праздники, у всех все хорошо, и вы по-прежнему на наших концертах. И сегодня, в канун Старого Нового Года, мы поговорим о традициях празднования Нового Года в разных странах. Для вас прозвучат любимые музыкальные композиции в исполнении эстрадно-духового оркестра Центра эстрадного искусства. Дирижер и руководитель оркестра Эдуард Волков. И, конечно, по уже сложившейся традиции открывает наш концерт марш из кинофильма «Бриллиантовая рука». Ваши аплодисменты! Традициях празднования Нового года в разных странах. И начнем мы, например, с Китая. Новый год там празднуют не с 31 декабря на 1 января, как мы привыкли, а в феврале. Китайский Новый год, который в дословном переводе называется «праздник весны», приурочен к зимнему новолунию. В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Китайский Новый год – это 15-дневный праздник. Каждый день многие семьи ходят в гости к родственникам, а также участвуют в народных гуляниях с танцами, красочными представлениями, маскарадами и фейерверками. Особенно распространены здесь традиционные шествия с огромными, невероятно красочными драконами и львами.
А вот в Болгарии этот праздник называется Васильев день. Принято одеваться во все новое. Традиционным блюдом новогоднего праздника считается слоеный пирог с сыром. В момент наступления Нового года, когда часы бьют полночь, выключают свет и люди целуются в темноте. Также принято постукивать кольцами друг друга, подобно тому, как в других странах чокаются бокалами. Мы еще продолжим разговор о традициях, а сейчас для вас прозвучит новогоднее попурри. Thank you.
На Кубе в новогоднюю ночь после последнего удара часов из каждого окна и каждой двери на улицу выплескивается вода, которая, утекая, символизирует уход старого года, уносящего с собой все плохое. Проводив старый год, люди начинают обливать друг друга, чтобы новый год принес только счастье и радость. С каждым ударом часов съедают по виноградинке, загадав при этом желание. И так происходит 12 раз. Одна виноградинка символизирует один месяц года и одно желание. А вот в Израиле Новый год не является общепризнанным праздником. В этой стране нет выходных дней ни 31 декабря, ни 1 января. На новогоднем столе присутствует рыбья голова, гранат, блюда из моркови, свеклы и других плодов. В домах по традиции проводится генеральная уборка. Все старое необходимо выбросить. А в Колумбии Новый год – это яркий и незабываемый по своей красочности карнавал. Главный герой новогоднего карнавала – Старый год, разгуливающий в толпе на высоких ходулях и рассказывающий ребятне смешные истории. Традиционное шествие самодельных кукол, изображающих Старый Новый год. Потом их отбрасывают от себя подальше, и в полночь заряды пороха, зашитые в куклах, начинают один за другим взрываться. Старый год разлетается, уступая дорогу Новому году. Ну а мы продолжаем наслаждаться чарующей музыкой, и сейчас для вас прозвучит полька из кинофильма «О бедном гусаре». Замолвим. Жители деревни наряжаются в юбки из сушеных листьев банана и закрывают лицо карнавальными масками. В этот день люди одеваются в свои лучшие наряды и идут в храмы, неся с собой цветы. В день Великого Равноденствия проходит Новый год в Афганистане. Глава селения выезжает на поле и проводит первую борозду. Вслед за ним идут самые уважаемые односельчане. Пить спиртные напитки, как принято в этот день во многих странах, запрещено законом.
В Италии Новый год принято встречать с друзьями, а не в семейном кругу. В новогодние праздники все украшается вокруг гирляндами и красными лентами. Для того, чтобы наступающий год был удачным, облачаются в красную одежду. Поэтому в новогодние дни все витрины магазинов пестрят красными вещами. Он начинается около 9 часов и длится непосредственно до самого Нового года. Лучше всего, если на столе будет стоять 13 блюд. А вот во Вьетнаме под Новый год в жилищах принято устанавливать цветущую ветку персика или украшать дом мандариновыми деревцами, увешанными оранжевыми плодами, которые символизируют процветание. Вместе с этим принято ставить на стол арбузы, красная сладкая мякоть которого является символом удачи в наступающем году. Вечером, в канун Нового года, происходят массовые танцы дракона. А сейчас мы сделаем небольшую паузу в нашем рассказе и послушаем вальс из кинофильма «Мастер и Маргарита». Вечеринки проводят круглосуточно. Клубы и дискотеки делают особо оригинальные декорации и создают специальные новогодние программы. Имеет место традиция печь ритуальные печенья в форме животных. Обычно это коровы или свиньи. Печенье в форме коровы или свиньи. Новогодний напиток слэм. Его делают из горячего молока, в которое кладут чай, сахар, корицу, цедру лимона, шафран, гвоздику и мускатный орех. В Ирландии вечером в канун Нового года распахиваются настежь двери всех домов, и каждый, кто захочет, может войти в любой дом и стать самым желанным гостем. Ему отведут почетное место, угостят стаканом хорошего вина и забыв при этом сказать «За мир в этом доме и во всем мире».
А вот в Эстонии существует интересная новогодняя примета. К счастью, считается встретить на улице трубочиста с орудиями ремесла, высоким цилиндром и гирей на веревке с ёршиком. Фигурка такого испачканного сажей трубочиста очень популярна в качестве новогоднего подарка. После наступления полуночи на улице раздается грохот петард, и небо покрывается радужными всплесками салютов. Празднество длится там всю ночь до самого утра. Ну а для вас звучит вальс Полонского «Цветущий май». Ваши аплодисменты. Все традиции Новый год в Канаде принято отмечать не за столом, а на улице, в кругу друзей и знакомых или на веселых дружеских вечеринках. После праздничного концерта центром новогоднего веселья становится катание на коньках. В Австрии в Новый год готовят пунш из корицы, сахара и красного вина. Рестораны и гостиницы убираются зелеными гирляндами. Всюду конфетти.
полночь с церковных башен звучат звуки труб, которые по традиции возвещают о наступлении Нового года. Люди радуются, обнимаются. Главное блюдо новогоднего меню – молочный поросенок. И после того, как его съедят, на стол подают зеленое мороженое с добавлением перечной мяты в виде четырехлистного клевера. В Греции на Новый год необходимо выполнить своеобразный ритуал. А именно, взять плод сочного граната и разбить его об каменную стену. Если при этом зерна хорошо разлетаются в разные стороны, то верят, что наступающий Новый год для всех членов семьи будет замечательным. Также существует интересная новогодняя традиция. Перед Новым годом дарить друг другу корзины, наполненных различными сортами изысканных вин и новые колоды карт. А на Гавайях праздник сопровождается чайными церемониями, парадами, фейерверками, ежегодным фестивалем нарциссов и танцем львов. Ну а еще, конечно же, это пляжные вечеринки, фруктовые коктейли, фейерверки из живых бабочек и знаменитое шоу огня. Ну а продолжает нашу праздничную концертную программу девушка из Эпанемы. Ваши аплодисменты. Покажут 23:55, необходимо бросить полено в камин и загадать самое заветное желание.
Если ровно в полночь оно разгорится, то загаданное желание обязательно сбудется. Все наряжаются в остроконечные колпаки и бросают друг в друга конфетти или ленты серпантина. В Румынии можно воочию увидеть ряженых в козлиные шкуры людей, исполняющих прямо посреди улицы обрядовые танцы. Или повстречать юнцов, шествующих в национальных костюмах. На их головах обычно возвышаются огромные бараньи шапки. На Новый год в Грузии существует обычай – ожидание первого человека, вошедшего в дом в Новом году. Бывает, что это хитрый хозяин, который специально заранее вышел за порог, или гость, которого пригласили специально, полагая, что он удачлив. Такого человека ждут с нетерпением, встречая с полным подносом с зажженными восковыми свечами и вопросом, что он несет в дом. Ответить надо счастье, радость, благополучие, достаток и, конечно же, самое главное – мир для всех. При встрече все угощают друг друга сладостями, говоря при этом, чтоб тебе так сладко состариться, обнимаются и целуются. В Англии возникла традиция обмениваться поздравительными открытками. В домах к новогоднему праздничному столу подают индейку с каштанами. Гость должен принести с собой хлеб, уголек, щепотку соли, которые символизируют еду, тепло и благосостояние. По обычаю, первый гость, войдя в дом, молча проходит к камину и кидает туда уголек. И только потом уже все друг друга поздравляют с праздником. Ну а следующее произведение, которое для вас прозвучит, Basin Street Blues. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Самое известное исполнение этого блюза, конечно же, наш черный брат Луи Армстронг.
Ну, сегодня в роли Сачмо был также Эрнест Халилов. Соло. В Венгрии к новогоднему столу подают традиционное новогоднее угощение жареного поросенка, которому на счастье надо обязательно покрутить хвостик. На Новый год не принято угощать птицей или рыбой, иначе, согласно поверью, счастье может уплыть или улететь. В Германии Новый год отмечают так же, как и в большинстве стран мира. Однако, в отличие от славянских стран, в Германии он не считается семейным праздником. Вместо домашнего застолья молодежь заранее готовится к вечеринкам в клубах и барах. Старшее поколение предпочитает роскошные рестораны или театры. В новогоднюю ночь бары, рестораны и клубы работают до самого утра. Ну а самым популярным местом празднования считается площадь Бранденбургских ворот в Берлине, на которой собираются тысячи людей. Долгожданным событием является полночный фейерверк. Ну а сейчас для вас прозвучит произведение под названием «Путин, он the Ritz». Одевайся по последней моде. Мастер инструментов больше, чем в коллекции
наверное, консерватории всех вместе взятых. И также Сергей Фотов, гитара. Спасибо. Традиции празднования новогодних праздников и Нового года в разных странах. В Японии в полночь с 31 декабря на 1 января вот уже более тысячелетия о приходе Нового года возвещают 108 ударов колоколов. Дом украшают букетами бамбуковых веток с подвешенными на них фигурками цветов, рыб, фруктов. А делается это для того, чтобы божество Нового года, входя в дом, тут же приступало к своим обязанностям, а именно заботилось о гостеприимных хозяевах в наступающем году. Новый год считается семейным праздником, поэтому многие жители больших городов едут в свои родные места. В это время все ходят в храмы, молятся за родных и близких. Шумные массовые гуляния, как таковые в Японии, не проводятся. Их заменяют предпраздничные ярмарки, где можно купить подарки и все необходимое для того, чтобы встретить праздник. В Бразилии существуют интересные новогодние традиции и обычаи. В канун праздника улицы городов приобретают белый цвет. Это связано с традицией офисных работников выкидывать в окна старые канцелярские бумаги. Такой обряд символизирует завершение старого рабочего года. Встречать Новый год принято в белой же одежде, что связано с символом чистоты и сильной жарой. В Новый год на побережье океана люди запускают свечи на деревянных плотах и загадывают желания. Чем дольше горит свеча, тем больше шансов, что задуманное исполнится. Загадать желание можно, бросив в воду белые цветы. Если волна выносит их на берег, то лучше повторить попытку в следующем году. Чтобы задобрить духов и богиню морей и Маржу, бразильцы отправляют на плотах воды океана дары – рис, фрукты, сладости, зеркальце, духи и мыло. Ну, она же девушка. Ну, а в продолжении бразильской тематики для вас звучит композиция «Тико-тико». Ваши аплодисменты.
празднуют Новый год в России, мы все с вами хорошо знаем. Новый год – это традиционно ломящийся от вкуснейших кушаний новогодний стол. В старину почти всегда подавали поросенка, оливье, телячье фрикасе, отварную форель в вине. Елку украшали различными сладостями, орехами в блестящих обертках, конфетами и даже овощами. Сегодня, конечно, все немножко поменялось. На елках висят яркие красочные игрушки, гирлянды. Многие уже предпочитают праздновать Новый год не дома, а где-нибудь в ресторанах. Но в большинстве своем это время, когда вся семья собирается за одним столом. Мы все загадываем желания под бой курантов. И на следующий день всей семьей мы смотрим такие любимые советские фильмы, по боли которых мы сейчас с вами и услышим. Thank you.
Для вас играл эстрадно-духовой оркестр Центра эстрадного искусства. Руководитель и главный дирижер оркестра Эдуард Волков. Большое спасибо за ваши аплодисменты. Как всегда, это самая лучшая награда. Одна из самых лучших наград, так скажем, для артистов, для всех. Большое спасибо, это очень приятно. Мы вас поздравляем с прошедшими праздниками, с наступающим Старым годом. Желаем всего самого наилучшего. Добра, мира, счастья, благополучия и здоровья, конечно. Спасибо. Спасибо. Завершению. Концертную программу ведет для вас Эдуард Трубников и Влада Гудкова. Спасибо.